Лобладил, лобладал, лобладу, лобладил, лобладал, лобладу, лобладил, Всем здравствуйте, вы на канале Морковь и Яйцо, и сегодня мы проходим игру к... И стреляй! Я ставлю свои любимые... Так, всем здравствуйте. Не знаю, какая это по счету запись. Ну, это беги и стреляй. Потом, если я его смогу пройти за эту попытку, что маловероятно, мы пойдем на пчелку. Нет, мы пойдем в магазин. А потом мы пойдем в мавзолей. А потом, после мавзолея, мы пойдем в магазин. Вот. В свинотеку. Так. Поехали. Вот спасибо, конечно, вот это лучшее такси, вот я считаю, что вот кальмар это лучшее такси, вот пока что, на данный момент из всех существующих, там, Red такси, вот этот, и краб такси, ну вот это самое лучшее такси, ну вот тут просто не согласны. Конченая, просто конченая игра, конченая игра, конченая устрица, нахер ты вообще вылазишь оттуда и стреляешь своими ракушками, это не ракушками, а этими, как они называются, я не помню, ой, бля, как этот жемчуг называется у них. Я буду бить эту хрень, я буду... Может автоатакой тут получится пройти? Все, монету я собрал, поэтому ничего страшного не должно быть. Да... Ну конечно же, эти креветки, это самое страшное, что здесь есть. Наконец-таки, да, я прошел этот ран, время рекордное, здоровье одно, монеты 5 из 5, все, я собрал все монеты, бис минусом, парирование 0 из 3, потому что я в рот манал, прыгать по этим розовым птицам, все, наконец-таки я открыл мавзолей и магазин, все, пойдемте проходить этот мавзолей, 8 монет, войти в мавзолей 3. Что ж, готовимся. Сразу деды идут. А чё вон ли деды? Охренеть, вон ли деды пошли. Так, это будет сложный мавзолей. Тут какие-то деды. Вот, обычные. Так, всё. Дед! Не всегда получается по ним по два раза попасть. Дабл дед. Как им, когда они возле столика? Это жестко, это жестко. Я не ломаю клавиатуру, ты чё? Так. Угу. Так, ладно, нет, я пока выйду из этого мавзолея, куплю себе то. Мавзолей пока что у нас идет в жопу. Я пока пройду и куплю себе то, что мне нужно. Разумеется, это... Да! Да! Все, дабл жизни я открыл себе. Я открыл себе, наконец-таки, двойные жизни. Осталось только найти 5... 4 монеты. 4 монеты. Так. Я попал в какой-то район непонятный. Так, тут у нас все закрыто, а там все закрыто, и там еще один беги и стреляй.
А чтобы сюда попасть, нужно победить вот этого босса, наверное. Или он это разблокирует. Или надо, наверное, пчелку победить, чтобы сюда попасть. А этот раунд... Все, я понял, как это проходить. Нужно, короче, тут не... Ладно, все-таки пытаемся пройти этот мавзолей. Но нет, какой мавзолей? Я ж купил себе то, что я хотел. Вот, беру это место этого. Это очень даже классное оружие, я думаю, против пчелки будет, поэтому полетели. Давайте полностью испортим день этой пчелки. Начнем с того, что коп получит очень много урона с самого начала, я в этом уверен. Если эти шары будут, ну, не такие уж и крутые, как мне казалось до этого. Офигенно, я упал. Ай. Черт, я на нем слишком много хп потратил, на этом олухе. На тебя по лицу. Вот, все. Я сделал так, что его лицо было полностью расквашено шарами. Ай, черт. А обо что я стукнулся? Ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Все, он ушел плакать. Надеюсь, ушел плакать. Откуда вылезешь, мадам? Отсюда я так и хотел, давай. Вот тебе шарами по твоему лицу. Ты их любишь, да, шары? Что когда шары... Ладно, не, бумеранги лучше были. Бумеранги были лучше. Да и вначале по копу получше давали пиздюлей. Поэтому берем бумеранги сейчас с самого начала и просто... Хотел сказать, развалим его с самого начала кабину, но нет, не разваливаем, потому что я промазал, много промазал, во-во-во-во. Вот он прям получает. Так. Еще непонятно, я могу заранее прыгнуть куда-то за экран, и я не могу понять, где я. Самое страшное. Так, откуда вылезет эта мадам? Мадама. О, правильное место выбрала, чтобы вылезти. Ой, да не надо треугольники прям во мне спавнить, алло. Ай, один хп. Как мне пройти это с одним хп? Ой-ой-ой. Еще и самое конченное начинается. В плане всего конченое. Ой-ой-ой. А, это уже была третья стадия, да? Сейчас бы она в самолет мутировала потом. Так, ладно, давай. По копу вообще на самом деле с ним легко бороться. Надо просто как можно дальше отходить от его вот этих бомб с жалами, которые он там выпускает. Вообще, кстати, зачем Улью нужен свой собственный коп? Кстати, это ж по факту как бы незаконно. Это ж город внутри здания. Получается. Хотя тут вроде все. Хотя нет, это просто обычный офис, но только у пчел. Ай, да обош. Да. Объясните, миледи, почему вы такая уродка со своим медом?
Good game, Forest, спасибо. Ой, я забыл. Ладно. Хорошо, что он хотя бы наверх не поднимается. Вот этот уродец. Усатый. Что он сидит внизу и все. Я просто могу прыгать куда хочу. И все. И он мне ничего не делает. Не, ну... Это очень жесткий босс-файт, где нужно прыгать везде. Неважно, где нужно прыгать, но почему-то нужно прыгать. Это очень жесткий босс-файт для меня. Откуда вы появитесь? Угу, все, понял. Ой, нет. Ой, нет. Ой, нет, ой, нет, ой, нет, ой, нет, ой, нет. Ой, нету, нету, нету. О, какой... Не, я челленджи не люблю. Не, такой челлендж, ну это просто бред. О, отличненько. Прям то, что нужно. Так, все, теперь беру эту хрень. И сейчас тупо нужно уворачиваться. Черт. Так, кулаки, кулаки, кулаки летят, кулаки, 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 кулаки. Нет, я прям в нее упал. Сколько у нее хп осталось? Ты посмотри на это. Да, я ее почти по... Как я падаю вниз? Я не... Подожди, я нажимаю на Z и вниз и падаю из-за этого. Вот в чем дело. Вот почему я падаю с этих... Все, я понял, почему я падаю. Потому что не надо наклоняться вниз. А я же зажимаю... Если мне нужно увернуть... Вот, вот. Хотя нет, это не объясняет. Нет, нет, это не объясняет, почему я... А, да, когда я прыгаю и нагинаюсь одновременно, вот, мне просто вниз не надо нажимать. Вот и вся моя проблема. Тут же надо просто постоянно прыгать, и я еще пытаюсь это... Увернуться вниз, засесть, чтобы от атаки какой-нибудь увернуться. Вот я и падаю вниз. И по итогу получаю урон от меда. Что ж, это можно было догадаться и раньше. Но я понял об этом только сейчас. И это уже, кстати, неудавшийся ран. Потому что у меня уже 2 хп, а я все еще на копе. И это еще даже не вторая стадия, не финальная, третья. Пока я заговорил. Так, ну все. Ой-ой-ой, ты от себя наследство плохое оставил. Так, беру вот эту штуку теперь. Не, ну это точно слив, потому что еще она и началась вот именно с ракет. Потому что ракеты это самое, ну, конченое. Что здесь есть? Что здесь может существовать вообще в этой игре? Эти ракеты. Так, стоп, я забыл, что у копа нужно сначала вот максимально дать ему урон. Вот с помощью бумерангов каких-нибудь и уйти отсюда. Дать урон и уйти. Тут попрыгать, тут это. Ну, короче, да, просто нужно уходить абсолютно на другое. Абсолютно дальше от этой бомбы уходить и бить его. Это тупо изи. Все. Так, здравствуйте, миледи. Я хочу получить ваш контракт. Не надо во мне треугольники спавнить. Это очень неприятно и очень грубо по отношению ко мне спавнить прям во мне треугольники. Ой, а это самое ну конченое, что можно было сделать.
выпустить эти саные ракеты. Вы знаете, что это, ну, самое уродское, что вы сделали в своей жизни сейчас? Рецептики читаете, да? Как вам насчет этого, такого рецептика? Так, все. Черт, сразу начинается с этого. Шо ты мне угрожаешь пилой, женщина злая? О, я ее победил! Лол. Я ее победил. За сколько? За минуту 40. Нет, так я... Нет, я... А не хватает монет. Нужно 4 монеты мне заработать. У меня один хитпоинт был вообще. Я даже не ожидал, что я ее побежу, убью за эту попытку. Ну, отлично. Шо ж, теперь нужно заработать здесь денег. Вообще отлично. Так, чё? Еще какой-то босс здесь. Вот, чё это такое? Я не прочитал. Ладно, чё это так? Это сама... О, это какой-то этот. Чё? А как тебя бить? А, по центру тебя надо бить. Чё ты такое? Так, угомонись. Ай. Тут какая-то штука, которую нужно вот так бить, чтобы она угома... Так. А. Теперь это надо бить. Все, я понял. Ай, обо что я стукаюсь? Алло. Ой, что-то какой-то сложный босс. Ладно. Вообще сколько? А, я за 15 минут успел пройти эту пчелу. Серьезно? Ладно, она... Пчела на самом деле не такая уж и сложная, как оказалось на практике. Не, конечно, я ее проходил долго, но все равно это быстро, чем обычно происходит. Так, ладно, пускай у меня будет такое. На самом краю. Что это за... Беги и стреляй. Так, ладно, в общем, я подумал, я решил пойти на этого босса. Так, это крыса. Это крыса. В банке. Так, ай. Да, ай. А, я думаю, что меня бьет. Тут надо еще прыгать. Тут еще какие-то огни. Так. Так. Там какой-то кот. А, мне нужно пропрыгивать через тебя. Ах, ты безумная крыса. Что это такое? Опа. Безумная кры... О, да танк есть... короче, я понял. Надо сражаться со психом. Со психом-крысой. Кстати, почему чашка меньше крысы? Или мне кажется? Так, сейчас эти трамплины он мне дал не просто так. Все, спасибо, конечно, дал увернуться. Ну, псих конченый какой-то. Стреляет меня еще какой-то сраной хренью. Так, культу... Это еще что такое? Что это за крышки? А, так, это второй этап битвы. Ай, все, я понял. Нужно, короче... Да, вниз. Как? Z плюс вниз надо прыгать, чтобы вниз попасть. Ай, короче, я просто возьму сейчас и вот так сделаю. Хрень какая-то. Короче, ладно. Вроде он не такой уж и сложный. Чё-то после дракона... Пока что нет какого-то конкурента против дракона особого. Типа, ну он реально какой-то, ну, никчемный, честное слово. Он мне не кажется каким-то сложным, просто я пока не наловчился от его атак уворачиваться. Хорошо, что он решил начать сверху.
Ай. Да на Z не успеваю нажимать и вниз. Z и вниз. Вот. Зато у пчелки я это мог делать спокойно. Просто ирония судьбы. Так, сразу он меня начинает закидывать каким-то дерьмо. Извиняюсь, я не поймал розовую хрень, когда ее должен был поймать. Все, давай, давай, давай. Ты. Как, почему я не могу прыгнуть на эту хрень? Это вот просто, это уродство какое-то. Ладно, что-то ты какой-то сложноватый на самом деле. Что-то ты мне теперь не кажется легким. Хотя, не, ну ты легче, ты легче многих боссов, которые были до этого. Так, хорошо, что все началось с бомб. Можно было и продолжить бомбами. Так. Так, главное, нельзя к нему подходить. Вот это самое главное. Вот самое конченное. Нажимаю вниз плюс это. Вниз плюс Z. Он вниз не просто. Как эта хрень работает? Ой. Уродство какое-то. Или... А, мне стрелять нельзя, когда я это делаю. Вот в чем прикол. А я ж стреляю постоянно. А мне, чтоб вниз спуститься, надо не стрелять. И как? Как ты не прыгаешь? Я не понимаю, чё? Я не могу вернуться. Ты... А, все, уже вторая стадия началась. Ой. Ой, крышка сейчас полетит. Так. Что с ним такое? Что с тобой? Что с тобой? Это еще что за хрень? Охренеть. А. Так вот зачем этот кот на заднем фоне, ты прикинь? А, он спит. Ладно. Это такого я не ожидал. Босс файтинг резко меняется. Охренеть. Так, ладно, продолжаем проходить этого кота. Точнее, эту крысу, которая потом в кота попадет. Давай бомбочки кидай. В смысле, ты уже сразу сюда переезжаешь? Ой, хрень саная. Да, ай. Уже плохо. Я уже... Да и если дойду до кота, то очень плохо будет мне от этого кота. Так... Ой-ой-ой-ой, чё ты так жестко бомбы кидаешь? А ты чё с моим глазом смотришь? Я, конечно, рад, что ты его сожрёшь. Но как бы это, все равно. Мне ж с него контракт получить надо. Как на эту хрень прыгнуть? А уже эта стадия начинает... Нет, куда я зашел? Так, я хотел это на кота оставить, но я подумал, знаешь, зачем мне мелочиться, если все равно твоя стадия легче кота.
Ну, точнее, твоя стадия сложнее кота. А, все, тебя уже кот сожрал, да? Все, здорово, 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 здорово. Обо что я сдох, объясните мне, пожалуйста. Заново. Так, начинаем с бомб. Ну хорошо. Я тебя услышал, братан. Начинаем с бомб. Так, там какой-то котик подглядывает за нашей битвой. Непонятно зачем. Но он подглядывает. Ну точнее, я понимаю, зачем он подглядывает. Так, сразу крышки какие-то летят. Ай, да в тебе встоять нельзя, я забываю про это. Ай, похер на твой огонь и на твои крышки. Опять один хп, я ж не выживу после этого. Как уворачиваться, если там и крышки эти летят? Чё-то... Ну, первая стадия, не, она реально изи. Тут, ну, просто бомбы, чё они. Ну... Конечно, никогда они в таком количестве одновременно летят. Не, ну хотя все равно увернуться-то возможно. Мне пока что сложно здесь только одно. Это то, когда он начинает переезжать. О! Так, ладно, давай начнем нашу процедуру. Там можно вниз опуститься. Ай, ладно, уже все равно. А, все, кот тебя сейчас сожрет, да? Вот я уверну. А, все, я понял, что меня бьет. Все, я понял, что меня бьет. Все, я понял. Я понял, что не так с этими носами. Ай, я прям на доску прыгнул, ну про... И он почти сдох. Все, я понял теперь, как я умираю. Когда эти призраки кидают носы, эти носы разделяются. Это как бомбы у этого, у этой крысы. Только они носы свои кидают. Только почему два этих призрака, а не один? Я вот этого понять не могу. Почему их два? Если он сожрал одну крысу. Вот это непонятно. Он как бы одну крысу сожрал, это вот эту. И там должен быть один призрак. Типа эту. Или у него должно быть три крысы, я не знаю. Призраков. В напарниках. Это ж те крысы... Это же те крысы, которых он убил, но получается, ну, мне должны были показать, что он перед этим сожрал другую крысу. Я не знаю, на заднем фоне. Нет. Только не это, ну только не это. Вот самая конченная атака. Ну, черт, галимый. На, петух. А, все, сожрет тебя сейчас, да? Все, давай. Без крыс, то бишь, да? Решили начать без крыс. А чё ты крыс не юзаешь? Понял, что они слишком... А, вот, все, вспомнишь про говно, вот и говно. Какую руку ты используешь? Так. О, все, изи босс. Чего? Эта крыса была внутри кота, и этот кот робот? Вы серьезно? Чего? Что за бред?
Б с минусом. Что за бред? Чего? Эта крыса была живой? Ничего себе, я ворота открыл. Вам не кажется, что это бред какой-то, что я победил эту крысу? А это крыса? А, зачем? Стоп, а это пока что бесполезный проход. Просто, я... Это пока что самое бесполезное, что я сделал. Нет, подожди, нет, это не бесполезно, это самый вот просто... Что-то какие-то, кстати, легкие боссы пошли на третьем острове, я не знаю. Вот после... Или это после дракона. Дракона просто никто не может перебить. Вот дракон и Вуди, это пока вот... И Джерри, это пока вот самая сложная комбо. Я не могу отметить, что здесь какие-то все жесткие. Но только вот эта мадам может сказать, что она, ну, какая-то жестковатая. Ой, черепах. А, всем пока. Вы были на канале Морковь и Яйцо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.